дорогие выпускники, наконец-то настал тот день, когда вы, преодолев столько трудностей и с общежитием, и с онлайн-сдачей госэкзаменов, получите ваши дипломы. К сожалению, в этом году наш выпуск не только радостный. Погиб ваш однокурсник Аль-Хавадж Мухаммад, не дожив всего две недели до этого дня. И я думаю, что он вполне достоин, все понимают, что он достоин быть среди вас, конечно, сейчас. Но, с другой стороны, есть большая радость. У нас в этом году 7 студентов-отличников, 1 золотая медаль. И я поздравляю и тех, кто на отлично в этих сложнейших условиях преодолел все и сдал экзамены, и всех остальных, которые тоже, у которых тоже было много трудностей. И мы действительно верим в вас. Мы верим в ваше будущее, мы верим, что у вас получится все в вашей профессии, что у вас получится все в вашей жизни. Будьте здоровы, берегите себя и работайте хорошо, работайте так, как нужно, как должен работать настоящий врач. Вы сейчас видите вашу 7-ю аудиторию, с которой вы когда-то вошли на первом курсе. И сейчас рядом с этой аудиторией мы говорим сейчас с вами. И около этой же аудитории вы будете получать ваши дипломы. Удачи вам, успехов в вашей работе, в вашей жизни личной, семейной. И очень надеюсь увидеть ваши успехи на Фейсбуке и в других социальных сетях. Удачи вам, ребята!